Добрый день, дорогие друзья! И в эфире Ольга Антрупы и команда «Шкатулочки». И кто же такие команда «Шкатулочки»? Кто это невидимые феи? А это те девушки, которые встречают вас в магазине, дают вам профессиональные консультации. Это те, кто принимает, собирает и отправляет ваши заказы. Это те, кто ежедневно ведут социальные сети, чтобы нашим подписчикам и зрителям было полезно и интересно. Это те, кто блюдет расписание мастер-классов в нашей студии. И все вместе мы большая дружная команда. И вот пришло время подвести итоги 2023 года. И что же такого интересного и значимого было для нашей студии? В этом году лично я стала вести мастер-классы по вязанию варежек с орнаментом. И за этот год провела 4 мастер-класса. И я благодарю всех учениц, которые приходили ко мне на занятия, за доверие и за обучение, и за то, что вы теперь делитесь своими результатами. Радуюсь и горжусь вашими успехами. В нашей студии мы постоянно поддерживаем ассортимент материалов для валяния. Стараемся, чтобы это было наполнено всеми возможными цветами, всеми возможными декоративными волокнами, для того, чтобы вы могли прийти и приобрести необходимое количество для задуманного вашего проекта. Поверьте, в настоящее время это требует больших усилий, но мы стараемся и поддерживаем ассортимент. Наша студия работает ежедневно, каждый день с 9 утра до 20 часов вечера. При этом выходных у нас в году всего 3, и это новогодние праздники. Все остальное время наш магазин открыт для клиентов. За 2023 год в нашей студии, мы подсчитали, прошло 238 творческих мастер-классов. На этих мастер-классах более 1200 изделий ученики сделали и унесли с собой. И какая же это радость и счастье смотреть горящие глаза, счастливые лица девочек, которые обнимают свою работу, которую они сделали своими руками. Спасибо вам за то, что приходите в нашу студию. И я благодарю мастеров, которые проводят у нас мастер-классы в наших мастерских. В этом году школа «Шкатулочка» провела несколько интересных вебинаров в сотрудничестве с мастерами-профессионалами. Одним из мастеров была Маша Иванова. И вместе с Машей Ивановой мы провели целый курс по энциклопедии шнуровки. И сейчас давайте послушаем, что об этом расскажет сама Маша. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги. На связи ваша Маша, а на носу у нас Новый год. И поэтому я хотела немножко подвести итоги года уходящего и перекинуть мостик в будущее. Так получилось, что 2023 стал для меня годом Ее Величества шнуровки, а также годом очень плодотворного, интересного, профессионального сотрудничества. Вместе с Олей Антропой и ее замечательной командой мы не просто выпустили 2 очень масштабных, информационно насыщенных видеокурса, мы развивались еще и с точки зрения грамотной подачи материала. И на данный момент именно энциклопедия шнуровки является, на мой взгляд, самым совершенным обучающим инструментом из всех моих детищ. Были запущены 2 самостоятельные части, 2 тома энциклопедии шнуровки – это низкая обувь и высокая обувь. Я очень рада, что удалось создать именно такой формат мастер-класса, который дает ученикам возможность практически безграничного моделирования.
Пришлось, конечно, поднять, перекопать и упорядочить огромные пласты накопленной информации, чтобы в итоге получился продукт, удобный в использовании и, судя по результатам, весьма полезный. Совсем недавно мы проводили среди учеников большую лотерею, разыгрывали сертификаты от шкатулочки, а также мои мастер-классы и кое-какие вкусняшки для обуви. И сейчас вы видите на экране чудесные работы, выполненные по курсу «Энциклопедия шнуровки». Здесь есть и первые робкие шаги новичков, и шикарные изделия профессионалов. Я, конечно же, горжусь каждым. А это победители в номинации «Приз зрительских симпатий», которых выбирали общественным голосованием. Год заканчивается на такой позитивной, приятной ноте, но должна признаться, что в теме шнуровки еще не прозвучал завершающий аккорд. В январе мы проведем заключительный вебинар. Его рабочее название «Шнуровка для маньяков». И это правда, он, безусловно, не для всех, а именно для обувных маньяков. В этом эфире я смогу, наконец-то, поделиться всякими экспериментами, наработками, фишечками и нюансами, которые в силу своей специфичности не вошли в предыдущие части энциклопедии. В частности, это применение дополнительных накладных деталей, работа с двухслойностью, в том числе с тотальной двухслойностью. А кроме того, я добавлю кое-какую полезную информацию из вебинара по фронтальному шаблону. Так что творческий процесс кипит, команда работает. Я уверена, что нас с вами ждет еще много чего интересненького в новом году. Желаю всем много сил, здоровья, творческого полета и, конечно же, по 48 часов в сутках, чтобы все-все-все успевать. До встречи в 24-м. Спасибо Марии Ивановой за такое душевное выступление. И мы продолжаем. В этом году в онлайн-школе рукоделия «Шкатулочка» был дебют. И этот дебют состоялся ярко, значимо. Дебют был мастера Анны Федосеевой. И сейчас давайте послушаем, что скажет об этом Аня в своем видеообращении. Ну что же, вот и подошел к концу 2023 год. Каким он был для меня? Наверное, знаковым. Я начала проводить живые мастер-классы. Прошел мой первый вебинар. И я приняла участие в осеннем шерстевале. И все это благодаря вам, вашим откликом, вашим словам благодарности под моими постами. Именно вы сподвигли меня на столь кардинальные изменения в моей жизни. Огромная благодарность Оле Антропе за помощь в проведении моего вебинара первого. А также большое спасибо Оле и Елене Кузнецовой Самодивке за приглашение поучаствовать в осеннем шерстевале. Это был незабываемый и очень приятный опыт. Как же я могла порадовать вас, всех вас, в преддверии Нового года, и какой подарок я могла сделать? Конечно же, это бесплатный мастер-класс по валянию шапочки Бини. Этот мастер-класс уже находится у меня на странице, и вы можете его посмотреть. А еще для тех, кто сваляет шапочку и разместит ее на своей странице, я разыграю призы. Приз – мой новый мастер-класс, над которым я сейчас активно работаю. Ну что же, хочу поздравить вас с Новым годом, пожелать здоровья, вдохновения, а еще сил и времени – для того, чтобы реализовать все ваши задумки. С наступающим Новым годом! До встречи в Новом году! Ну что ж, мы посмотрели выступление Ани. Видео мастер-класса, о котором Аня говорит в своем
предложение будет под этим видео ссылочкой. А информация о конкурсе, которым она объявила, тоже будет под видео ссылочкой. Обратите на это внимание. Ну а мы, вся дружная команда «Шкатулочки» вместе со мной, ее руководителем, поздравляем вас с Новым годом. И искренне желаю вам самого главного – крепкого здоровья, а еще настоящей любви. И пусть этот год принесет вам новые идеи, новые решения, новые воплощения и желание жить, творить и вытворять. Искренне всех поздравляю, ваша шкатулочка. С Новым годом!